Навык игры головой является очень важным не только для центральных защитников, а и для нападающих. Некоторые из них за свою карьеру доказывали, для того, чтобы регулярно забивать, со второго этажа не обязательно иметь высокий рост. Конечно, физические данные дают весомое преимущество, но куда важнее правильно выбирать позицию и наносить точный удар. Гол 24 представляет вашему вниманию топ-10 нападающих, которые забили больше всего голов головой в 21 веке. Перед началом ответьте на вопрос, кто из этих игроков положил больше мячей со второго этажа в прошлом розыгрыше АПЛ? Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Александр Митрович, Габриэль Жезус. Свои варианты вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Оливье Жиру, 61 гол, 0,09 в среднем за игру. Французский форвард за свою карьеру поиграл за множество команд и при этом везде был полезен. Впервые футболист сумел заявить о себе в составе Монпелье, где в сезоне 11-12 забил 21 мяч в чемпионате Франции и принес команде чемпионский титул. Выступления Оливье впечатлили тренера Арсенала Арсена Венгера, который пригласил нападающего в свою команду летом 2012-го. На Эмирейтс Жиру задержался до января 2018 года, забил 105 голов в 253 матчах. И выиграл с командой 3 Кубка Англии. Следующим клубом француза стал Челси, в составе которого он забил 39 мячей в 119 играх. Оливье помог пенсионерам трижды подряд финишировать в топ-4, а также взял с командой Кубок Англии и Лигу чемпионов. С лета 2022 года нападающий выступает за Милан, в футболке которого к сегодняшнему дню имеет 43 забитых мяча в активе. Отдельно стоит отметить игру Жиру за национальную сборную Франции. В 129 матчах Оливье забил 56 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории команды. При этом в 2018 году Жиру выиграл с Францией чемпионат мира, не забив на турнире ни одного гола. Оливье обладает ростом в 192 сантиметра, что заметно помогает при верховых дуэлях. Помимо хороших физических данных, француз также может похвастаться отличным футбольным интеллектом и выбором позиций. Многие высокорослые игроки обычно не очень хороши в подыгрыше, но Жиру можно назвать исключением. Нападающий обладает солидной техникой и видением поля, о чем говорит ровно 100 ассистов за карьеру. К слову, в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Оливье забил 10 голов, но при этом только 4 из них были отправлены в ворота головой. Учитывая еще и 7 ассистов, 37-летнего форварда вряд ли можно назвать прямолинейным столбом. Девятое место. Харри Кейн. 62 гола. 0,12 в среднем за игру. Бывший нападающий Тоттенхэма застолбил за собой место в основном составе «Шпор» в сезоне 14-15 под руководством Маурисио Почеттино. После 21 забитого гола за кампанию некоторые фанаты считали Кейна игроком одного сезона. Но в будущем Харри продолжил регулярно забивать и заработал себе статус одного из лучших нападающих планеты. Со временем Кейн стал капитаном Тоттенхэма. Командных трофеев англичанину до сих пор завоевать не удалось. Но зато он может похвастаться 3 золотыми бутсами АПЛ и званием лучшего бомбардира чемпионата мира 2018 года. Перед стартом этого сезона Кейн прикладывал все усилия для того, чтобы покинуть Тоттенхэм и отправиться за трофеями в новый клуб. Мюнхенская Бавария в итоге убедила Тоттенхэм продать игрока за год до окончания контракта за 100 миллионов евро. Харри стал самым дорогим игроком в истории Баварии, но футболист пока полностью оправдывает надежды. В 20 матчах за мюнхенцев в Бундеслиге 30-летний англичанин забил 24 гола и отдал 5 ассистов. При этом только 5 из своих мячей нападающий забил головой. Кейн тоже обладает довольно неплохим ростом в 188 сантиметров. Но это данные не мешают ему быть очень разноплановым игроком. Харри может действовать с глубины и ассистировать партнерам, а также обходить соперников на дриблинге и завершать атаки. Так или иначе, не зря Кейн к своим 30 годам уже является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Восьмое место. Ариц Адурис. 63 гола. 0,08 в среднем за игру. Испанский нападающий провел всю свою карьеру на родине в составе таких клубов, как Вальядолид, Мальорка и Валенсия, но его лучшие годы прошли в футболке Атлетико Бильбао. В отличие от Жиру и Кейна, Ариц обладал ростом в 181 сантиметр, что не очень предрасполагает к доминированию в воздухе. Тем не менее, на втором этаже Адурис доставлял защитникам проблемы не хуже высокорослых столбов. Свою профессиональную карьеру испанец начинал в Атлетик Бильбао. Под конец нулевых нападающий покинул басков и отыграл по 2 сезона за Мальорку и Валенсию. В июле 2012 года баски вернули своего бомбардира всего за 2,5 миллионов евро, и с тех пор Адурис не покидал Атлетик. Ариц продолжил свою профессиональную карьеру вплоть до 39 лет и, за исключением последних 2 сезонов, всегда отличался как минимум неплохой результативностью. За всю свою карьеру Адурис отметился 158 голами в чемпионате Испании, что делает его 19-м лучшим бомбардиром в истории турнира. Также нападающий является третьим лучшим голеадором Бильбао с
со 170 голами на счету. Это при том, что до второго места ему не хватило всего 2 голов. Особенно сильно Ариц любил забивать в матчах против Барселоны, ведь ему удалось аж 10 раз расстроить синегранатовых своими голами. 7 место. Эдин Джека. 64 гола. 0,08 в среднем за игру. Боснийский форвард впервые громко заявил о себе в немецкой Бундеслиге в составе Вольфсбурга. С 2007 по 2011 год нападающий провел за Волков 111 матчей в чемпионате Германии, где отметился 66 голами и 27 ассистами, а также успел выиграть чемпионский титул. В январе 2011 Эдин получил повышение и за 37 миллионов евро перебрался в Манчестер Сити. В составе горожан Джека не сразу заиграл на желаемом уровне, но со временем адаптировался и принес команде много пользы. Боснеец выиграл 2 чемпионских титула АПЛ и отличился за горожан 72 мячами и 38 голевыми передачами. С 2016 по 2023 год нападающий выступал в Италии. За 5 лет в составе Ромы он забил 119 голов, после чего провел 2 года в составе Интера и отметился 31 мячом. В Риме Эдин не выиграл ни одного трофея, а вот в Милане ему повезло взять 2 кубка и суперкубка Италии. Перед стартом этого сезона Джека на правах свободного агента перебрался в Фенербахче, где в 37 лет демонстрирует фантастическую результативность. Боснеец сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 16 голами в активе. Причем, на удивление, всего 2 мяча из этого числа Джека забил головой. Рост Эдина составляет 193 сантиметра, что даже больше, чем у Жиру. При этом боснеец, как и Оливье, обладает хорошей техникой и является далеко не примитивным нападающим. Даже в 37 лет с такими габаритами нападающий умудряется быстро реагировать, находить свободные позиции, играть на опережение и сбивать голы. Так или иначе, все свои таланты Джека сполна продемонстрировал во всех клубах, в которых выступал. Не зря руководство Фенербахче доверило опытному футболисту капитанскую повязку в первом же сезоне после подписания контракта. 6 место. Бас Дост. 68 голов. 0,13 в среднем за игру. Как и в случае с Джека, нидерландский форвард тоже впервые проявил себя в топ-5 европейских чемпионатов в составе Вольфсбурга. В состав этого клуба нападающий прибыл летом 2012-го, спустя 1,5 года после ухода Эдина. Перед этим Бас провел потрясающий сезон в составе Херенвена, забив 32 гола за сезон в чемпионате Нидерландов. В Германии Дост не достиг таких показателей, но все равно отметился неплохой игрой. В 3 из 4 сезонов нападающий не забил в чемпионате и 10 голов, но зато в кампании 14-15 отметился 16 мячами в Бундеслиге. Зато после трансфера в лиссабонский Спортинг форварда наконец прорвало. В первом сезоне в Португалии нидерландец забил 34 гола, а в следующем 27. В третьей кампании цифра упала до 15, после чего футболист вернулся в Бундеслигу и подписал контракт с франкфуртским Айнтрахтом. С тех пор карьера форварда постепенно начала скатываться вниз. С 2020 по 2022 год Бас выступал в Бельгии за Брюгге, а сейчас играет на родине за НЕК Нейминген. В этом розыгрыше Эредивизии нидерландец отметился всего 3 голами в 8 матчах, но ни один из этих мячей не был забит головой. Дост является очень высоким форвардом, ведь обладает ростом в 196 сантиметров. Нападающий больше всего доминировал в воздухе, когда выступал за лиссабонский Спортинг. В 2 первых сезонах он отметился 61 голом и забрал 1 золотую бутсу. 23 из этих мяча были отправлены в ворота головой, но такого показателя Бас достиг не только благодаря высокому росту, а и по причине грамотного выбора позиции. К сожалению, сейчас 34-летний форвард не может похвастаться хорошей формой. В октябре у Доста обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего опытный футболист до сих пор не вернулся на поле. Посмотрим, как будет складываться его карьера дальше. 5 место. Радамель Фалькао. 71 гол. 0,12 в среднем за игру. 37-летний колумбиец когда-то считался одним из лучших форвардов в мире. И при этом еще и подавал большие надежды. Нападающий впервые громко заявил о себе в составе Порту, где за 2 сезона забил 72 гола в 87 матчах. По 2 раза выиграл чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу Европы. В августе 2011 года Радамель отправился в мадридский «Атлетико», который искал нового форварда на замену Серхио Агуэро. Матрасники заплатили за лучшего бомбардира последнего розыгрыша Лиги Европы целых 40 миллионов евро, что было рекордной суммой в истории клуба. В стане матрасников Фалькао буквально сразу начал зажигать. За 2 сезона в чемпионате Испании колумбиец старался не отставать от Месси и Роналду и сумел забить 52 гола. Радамель успел выиграть с Атлетико Кубок Испании, после чего согласился перейти в Монако. Монегаски в 2013 году получили большие инвестиции от русского владельца. Команда только вернулась в элитный дивизион Франции и помимо Фалькао заполучила еще одного талантливого колумбийца в лице Хамеса Родригеса. К сожалению, переезд во Францию пошел во вред карьере Фалькао. Нападающий получил травму, после которой уже не оправился.
С 2014 по 2016 год Радамель поиграл в аренде за Манчестер Юнайтед и Челси, но не смог ничего добиться в составе этих клубов. По возвращении в Монако Фалькао сумел провести три неплохих сезона, выиграв чемпионат Франции и отметившись в турнире 52 голами. Далее в карьере колумбийца были два сезона в Турции в составе Галатасарая, но летом 2021 года форвард вернулся в Испанию, где сейчас проводит уже третью кампанию за Райо Вальекано. За этот срок Радамель забил в чемпионате лишь 8 голов, и только два из них были отправлены в ворота головой. Зато раньше Фалькао с ростом в 177 см настолько ловко играл в воздухе, что порой оставлял в дураках двухметровых защитников. В свое время колумбиец принес Порту победу в Лиге Европы именно ударом головой в финальном матче против Браги. Нападающий умел не только грамотно выбирать позицию, а еще и умудрялся пробивать с невероятным соотношением силы и точности. Помимо выдающейся игры головой, Фалькао также обладал невероятной техникой и забивал голы практически на любой вкус. К сожалению, нападающий так и не смог сполна раскрыть свой потенциал. Возможно, ему удалось бы достичь куда более серьезных вершин, если бы не травмы. Четвертое место. Фернандо Льоренте. 77 голов. 0,12 в среднем за игру. Испанский форвард начинал свою профессиональную карьеру в составе Атлетик Бильбао, а порой даже играл в связке с другим нашим героем – Арицем Адурисом. Фернандо выступал за басков с 2004 по 2013 год и отметился за клуб 116 голами в 333 матчах. После длительного периода в Бильбао Льоренте оказался в туринском Ювентусе. В первом сезоне в серии А нападающий забил 16 голов, а вот во втором ограничился 7 мячами и проиграл конкуренцию за место в основе. Это привело к тому, что в 2015-м Фернандо вернулся в Испанию, где подписал контракт с Севильей. Впрочем, спустя год игры за андалузский клуб форвард отправился в ВПЛ и провел впечатляющий сезон в составе Суонси. В единственной кампании Льоренте отметился 15 голами в чемпионате, благодаря чему получил повышение и перебрался в Тоттенхэм. В лондонском клубе испанец выполнял роль джокера и редко играл в стартовом составе. В чемпионате он смог отметиться всего 2 голами в 2 сезонах, но зато в Лиге чемпионов отметился тем, что забил важный гол в ворота Манчестер Сити и помог шпорам выйти в полуфинал. С 2019 года карьера Льоренте постепенно близилась к закату. 38-летний испанец отыграл 2 сезона за Наполи и 1 за Удинезе, а затем присоединился к Эйбару, где и повесил бутсы на гвоздь в конце прошлого сезона. Чемпион мира 2010 года обладал ростом в 195 сантиметров, поэтому защитники, конечно, уделяли форварду большое внимание во время стандартов и навесов с игры. В своем лучшем сезоне в АПЛ, как мы уже говорили, Йоренте забил 15 голов в чемпионате. Что интересно, 7 из этих мячей испанец отправил в ворота головой. Как и в случае с остальными форвардами из сегодняшнего ролика, Фернандо тоже нельзя назвать прямолинейным столбом. Топ-клубы регулярно приглашали его в свои ряды не только для преимущества во втором этаже, а и по той причине, что Льоренте был очень хорош в подыгрыше и освобождал много пространства для партнеров. Третье место. Роберт Левандовский. 86 голов. 0,11 в среднем за игру. Второй лучший бомбардир в истории мюнхенской Баварии сделал себе имя в дортмундской Боруссии, куда перебрался из Леха в 2010 году. Под руководством Юргена Клоппа поляк постепенно раскрылся и стал одним из лучших нападающих планеты. Роберт выиграл со шмелями 2 чемпионата Германии, 1 кубок, а также доходил с командой до финала Лиги чемпионов. В 187 матчах в составе дортмундской Боруссии Левандовский отметился 103 голами и 42 ассистами, после чего на правах свободного агента перебрался в мюнхенскую Баварию. В этом клубе нападающий вышел на еще более элитный уровень. Поляк провел на Альянс-арене 8 лет, за который забил 344 гола в 375 матчах. Выиграл 8 Бундеслиг, 3 Кубка Германии, Лигу чемпионов, а также установил кучу индивидуальных рекордов. Летом 2022 года Левандовский перебрался в Барселону, где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и помог команде выиграть чемпионат. В нынешней кампании 35-летний нападающий столкнулся с небольшим спадом – 9 плюс 5 в 21 матче Ла Лиги. Это не такой уж и плохой результат, но от Левандовски привыкли видеть большего. Впрочем, вполне возможно, что этот спад является временным. Как бы там ни было, Роберт с ростом 185 сантиметров отлично умеет забивать головой. В Ла Лиге поляк редко отличается этой частью тела, и из 32 голов за полтора сезона только 3 были отправлены в ворота со второго этажа. В Бундеслиге нападающий чаще забивал головой, хотя в немецком чемпионате защитники бывают порой даже выше и мощнее, чем в Ла Лиге. Как бы там ни было, Левандовский за свою карьеру регулярно доказывал, что умеет забивать голы на любой вкус. Именно поэтому 35-летнего поляка до сих пор считают первоклассным бомбардиром. Второе место. Люк де Йонг. 99 голов. 0,17 в среднем за игру.
Нидерландец начинал карьеру в составе «Де Графсхапа», но всего спустя один проведенный сезон на профессиональном уровне молодого футболиста за 900 тысяч евро подписал Твенте. В этом клубе нападающий за три сезона отметился 39 голами в чемпионате, после чего перебрался в Мюнхен-Гладбахскую Боруссию. В Германии Люк не смог толком заиграть. За полтора года он отметился всего 6 голами в Бундеслиге, после чего ушел в аренду в Ньюкасл, где тоже провалился, не забив ни одного гола в АПЛ. Реанимировать карьеру помогло возвращение на родину, где Де Йонг провел 5 сезонов в составе PSV Эйндховен. В футболке этой команды форвард забил аж 94 гола в чемпионате и в 2019 году получил очередную возможность проявить себя за рубежом. В талант нидерландца на этот раз поверила Севилья, которая подписала нападающего за 12,5 миллионов евро. В Испании Люк не был суперрезультативным, ему удалось забить всего 10 голов в чемпионате за андалузцев. Зато Де Йонг отлично запомнился болельщикам своим победным дублем в ворота миланского Интера в финале Лиги Европы. Перед стартом сезона 21-22 Люк неожиданно получил очередное повышение и перебрался в каталонскую Барселону, куда его пригласил тренер Рональд Куман. Тогда многие не поняли логики трансфера 31-летнего форварда, который не отмечался высокой результативностью. Впрочем, Де Йонг неплохо проявил себя в качестве джокера и забил за синегранатовых 7 голов во всех турнирах. Что интересно, 5 из них Люк отправил в ворота головой. 2 из этих мяча оказались победными, а в матче с Эспаньолом нидерландцу хватило всего 2 минут для того, чтобы появиться на поле и спасти для своей команды ничью. Впрочем, Барселона не стала выкупать Де Йонга на постоянной основе, после чего Севилья продала нападающего обратно в PSV Эйндховен. В этом клубе Люк по сей день продолжает показывать хорошую результативность. В прошлом сезоне он забил в чемпионате 14 голов, тогда как в нынешней кампании на его счету уже 18 мячей. К слову, 6 из своих голов в этом розыгрыше Эредивизи 33-летний Де Йонг забил как раз головой. Рост нападающего составляет 188 сантиметров, и это помогает ему поражать ворота со второго этажа. Так или иначе, подобной статистикой могут похвастаться далеко не все высокорослые форварды. Тем более, что Де Йонг также превосходно умеет завершать атаки ногами и находить свободное пространство. Первое место. Криштиану Роналду. 115 голов. 0,12 в среднем за игру. Пятикратный обладатель золотого мяча начинал свою карьеру в лиссабонском Спортинге, но уже в августе 2003 года в возрасте 18 лет перебрался в Манчестер Юнайтед. В ранние годы карьеры Криштиану запомнился очень эффектным вингером, который демонстрировал потрясающие финты и изрядно издевался над соперниками. В первое время португалец забивал не особо-то и много, но в сезоне 06-07 футболиста прорвало. Роналду забил 16 мячей за кампанию в АПЛ, а в следующем розыгрыше умножил эту цифру почти на 2 и отметился 31 голом. В том же сезоне Криштиану также выиграл Лигу чемпионов, забив удивительный гол головой ворота Челси. Все перечисленные достижения помогли Роналду получить свой первый золотой мяч в 2008 году. Сезон 08-09 стал последним для португальца Манчестер Юнайтед, ведь после него нападающий за рекордные 94 миллиона евро перебрался в мадридский Реал. На Сантьяго Бернабеу Криштиану стал игроком, который меньше финтил и больше нацеливался на ворота. Роналду задержался в королевском клубе до 2018 года и покинул команду в статусе лучшего бомбардира в истории, имея 450 голов в 438 матчах. Криштиану в составе Реала выиграл 4 Лиги чемпионов, 2 чемпионата и Кубка Испании, а также установил кучу индивидуальных рекордов. Помимо всего прочего, в этот период Роналду также завоевал 4 золотых мяча и чемпионат Европы в составе сборной Португалии. В 2018-м Криштиану за 117 миллионов евро перебрался в туринский Ювентус, где забил 101 мяч в 134 матчах. Выиграл 2 чемпионата и Кубок Италии. В составе старой сеньоры португалец забил удивительный гол ударом головой в ворота Сампдории, выпрыгнув вверх на 2,5 метра. Что примечательно, этот прыжок позже был признан рекордным. Как бы там ни было, в 2021-м Роналду покинул Ювентус и на полтора года вернулся в Манчестер Юнайтед. За этот период футболист забил 18 голов в АПЛ, 2 из которых были забиты головой. В данный момент Криштиану уже как год играет в Саудовской Аравии за Аль-Наср, где зарабатывает 200 миллионов евро за сезон и является самым высокооплачиваемым футболистом планеты. В этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 20 голов, и лишь 2 из них были забиты головой. Ранее Криштиану обладал более внушительным соотношением забитых мячей со второго этажа. Впрочем, португалец не случайно попал на первое место сегодняшнего списка. Обладая ростом в 187 сантиметров, Роналду умудряется не только демонстрировать выдающуюся технику, а еще и отлично играть головой. Защитники соперников не просто так при стандартах в первую очередь опекают Криштиану, хотя в командах португальцев всегда были более высокорослые игроки.
Умение забивать со второго этажа – это очень важный навык. Иногда командам не хватает креатива для того, чтобы вскрыть оборону соперника. В таких случаях футболисты, умеющие играть головой, могут серьезно выручить своих партнеров и принести важные очки. Друзья, как вы думаете, кто из ныне играющих форвардов до 30 лет наиболее эффективен в воздухе? Напишите свое мнение в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого!